Всем Давай, прячь. здорово, народ! Сегодня мы с вами играем в прятки на офисе. Мы обговорили уже правила с Бибигеймом. Кстати, поздоровайся. Всем привет! Ну и, в общем, смотрите, прятки у нас будут на обычном офисе, то есть без всяких там нычек и всего прочего. Он сейчас отсчитывает 20 секунд и ждет на своей базе. Ну а я уже, в принципе, спрятался. Так? Так, я уже спрятался. Так. Но ты пока что еще не выходишь. Выходишь только по тогда, когда пройдут 20 секунд. Если что, убегать маньяку можно. Ой-ой, маньяку. Тому, кто прячется, убегать можно. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, я выхожу тебя искать. Так, ну, в общем, смотри. Ищи меня. Так, ну, если стекла не разбиты, значит, ты в здании. А, нет. Стекло разбито. Значит, ты вышел. Вышел такой и, наверное, вот сюда. Ну, да уж. Интуиция моя... А, ты где-то там стекла бьешь. Ну-ка, где ты? Ты что, меня не увидел? Где ты? А меня не было. Вот я же... Ладно, подожди, давай тогда это не засчитываем. О! А почему тут стекло еще разбито стало? Сейчас, подожди, рестарт гейм, потому что я прописал, чтобы у тебя было побольше времени. Ой, опять сейчас 20 секунд надо отсчитывать. Не, не надо, все, теперь давай только 10. Сейчас. Да, все, начинай. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, я пошел тебя искать. Ага. Ага. Ага, а я не буду. 4 попытки целых. Обалдеть. Так, ищем разбитые окна. Буду знать, где ты. Так. Стекол разбитых нет, значит, что ты в здании. Да? Да, я в здании, значит. Так. Здание огромное, тебе не трудно будет искать. Особенно, если ты там за диван куда-нибудь встанешь, можно тебя сразу не найти. Так, ну да, ну так можно. Эу! Ты где? Куда ты убежал? А, вот ты! Нажал! Давай, вообще догнал, вообще догнал. Да блин! Так, да-да-да-да-да-да-да! Я спрятался, я спрятался! Где ты? Почему ты такой быстрый? Да почему ты такой быстрый? Да, я победил! Все, молодец. Вообще 3 попытки. 3 попытки. Да, не, ну пипец вообще жестко, жестко, жестко. Вот это было, конечно, прикольно. Я аж обкакался. Шутка. А может быть и нет. Ладно, я шучу. Так, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пошел. Угу. Так, стекол опять нет разбитых. Это значит. Хотя я сейчас посмотрю, вдруг где-то есть разбитое стекло. И Тузик ТВ взял и вышел. Куда я вышел? Я в CSGO до сих пор. На улицу, на улицу. А, на улицу, понятно. Так, ну стекол нет разбитых. Кто это такое? Дай подсказку. Взял, выбросил свой глок. Так, значит, ты пошел по интуиции налево потом. Дай, ой, дай тебе глок. Я тебе подсказку дал. Глок выбросил, пошел вот сюда. И там выбросил револьвер.
Вот сюда вот два ствол, потом такой, куда бы мне спрятаться? И такой выпрыгивает в окно и говорит, о, привет. Ага, а нет. Да я шучу насчет окна. Угу, угу. Ты не слышишь, как я стреляю? Нет. Ему огнём палец дёрганут. Так, ищем, ищем. Ищем тузика. О, смотри, я сейчас просто как с пулемёта буду. Я так понимаю, это здание, потому что вообще стёкла нет разбитых. А чё ты думаешь, что я мог через стёкла? Ну, потому что... Ну всё, я выиграл. Понятно. Так, у тебя ещё две попытки. Угу. Не, ну, в принципе, времени мало, а также всё это. Поэтому пипец. Поэтому это пипец. 10, 9, 8, 7. Всё, выходи. 6, 5. Ну ладно, выхожу тогда. Ищем. Ищем тузика. Что это было? А я не знаю, где? Это пасхалка Майнкрафт. Где это произошло? Где этот звук? Ты тут там смеешься? Я рядом с тобой прошел. Да. Не понял. А, он прямо в миллиметре. Я не вижу ничего. Yes, я победила. Еще одна попытка. Давай, последняя попытка. Потом мне выдашь потом мне гранаты все. Так ты же сам можешь запить. Когда я буду искать. Ну, потому что я не знаю, какая это команда, я забыл. На Б зажимай. А, на Б, точно. Я думаю, по команде. Бесконечно. Не бесконечно, что ли, гранаты? Нет, не бесконечно, есть счет. Думаю, бесконечно. Не надо думать, надо действовать. 5, 4, 3, 2, 1. Пошел. Смешно. И уронил микрофон. И уронил микрофон. Да, я уронил только что микрофон. Это, наверное, круто. Это значит, что я на верном пути, наверное. Что же там? Где ты там стекло разбил? Где ты стекло разбил? Дома у тебя. Дома? Да. Все окна у меня целы. Да ты посмотри. Где ты? Я увидел, ура! Все, молодец, давай, теперь я буду тебя искать. Давай. Это молодец. Шутка. Так, закупаю все гранатами. Если что, я могу использовать нож, гранаты. В общем, и все. А, что ли, гранаты использовать? Так, засекай 10 секунд, чтобы я мог спрятаться. Да, давай, все, я засекаю. Ты не можешь ножом пользоваться, только я могу ножом пользоваться. Угу. Я это знаю. 3, 2, 1. Все, я выхожу. Ой, Габелла, я просто не могу найти место. Да-да-да-да-да. Вау, 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 вау. Все, я такое место нашел. Отлично, так сказать. Ну да, надеюсь. Ну я тоже на это надеюсь, что это хорошее место. Надейся. Ух, надеюсь, ты меня тут не найдешь. Потому что место очень прям бомбическое. Бомба просто. Ну ладно, на самом деле говно не место. У тебя 50 секунд еще. Да блин, где ты сидишь? Ходи по моей тактике, по моей тактике.
Так, если ты сидишь дома, то значит ты дома. Все, я тебя нашел. Если я сижу дома, значит стекла не должны быть разбиты. Если я не дома, то значит хотя бы одно стекло будет разбито. Понятно. Или два. Так, подождите, мне кажется, или... Я знаю, где это. Где? Блина! Блин, а я спалилась. Как ты меня увидел? На. Такой говорит, не кажется ли я знаю, где я? Где ты? И такой сразу выходит ко мне. А сколько ты раз выиграл? Не забыл, короче. Один? Это что ты говоришь? А, ты один раз, кстати, победил. Да, ты один раз победил. Один раз победю. Так ты уже победил один раз только. Победю, 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 победю. Пободжи, пободжи. В общем, пободжи. Смотри, мы рассчитываем победы вот по общим количествам. Сколько ты это найдешь и сколько ты спрятался. Но пока что я выиграю. Блин. Я, кстати, уже вышел, потому что тайминг вышел. А я не спрятался. Ой, извиняюсь, я тебя ничего не ударил. Ладно, я тебе даю 5 секунд. Раз, два, три. Я еще гранатами забыл. Я забыл закупиться гранатами. Ой, дурак. Ой, дурак, дурак. Я реально забыл. Ну, короче, забыл, короче, вот так вот. А, я за лордика убиваю. У меня деньги счисляют. У меня по 240 баксов в секунду скребут. Деньги, 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 деньги. Деньги. Раз ты тяжел, петуха. На. Ууу, жестко. Все, проиграл. Очень трудно прятаться. Я такой прячусь хорошо, он такой, так, мне кажется, или я знаю, где ты. Ну, потому что я сам там прятался один раз. И ты меня там не нашел. Ой, ладно. Все, ты выходишь уже? Нет, я жду еще 10 секунд. Да я не знаю, где прятаться. Вообще нету места. А ты найди. Тут нет места вообще. А ты найди, а ты найди, а ты найди, а ты найди, а ты найди. Ну, короче, такое место. Все, время вышло, я выхожу нахрен. Нахрен. Все, ты тут сразу найдешь, это пипец, говно место, короче. Самое плохое место в мире, которое я мог придумать. Еще хуже нашел. Ладно. Папирус. Но я же говорю то, что это самое плохое место, которое я знал. Ты же винтовкой пользуешься. Все, я уже не пользуюсь. Я тебя просто на электрошок. Я тебя на Зевс посадила. Да как так? Да ты же винтовкой пользовался. Да я винтовкой просто наугад выстрелил. Я не попадал в тебя. Я просто наугад выстрелил. Просто так испугать? Да, чтобы ты обосрался. Я специально вверх выстрелил. Чтобы ты обделался уже по максимуму. На самом деле я не обделался. А мне приятно. Приятно? Это последний раз, кстати. Да куда же вышел, что ли? Да, подожди, нет, еще 10 секунд. Давай. Раз. Ты уже вышел так быстро? Да, время течет так быстро. Все время прошло. Я только вышел уже тут. А он такой уже, привет, я Лунтик. Я снова с вами. Коктейлем Молотова можно пользоваться? Да. А, ну тогда круто. Тогда не круто. Да, блин. Ладно, давайте еще одну попытку там. Последний раз. Где ты тогда прятался? Забыл это место.
9, 8. Только 7, не выходи 6, сразу же. Я хорошо. Тебя умоляю. Я тебя тоже умоляю. Слышал? Нет. Ой, я выхожу. Я прямо... Что блин, опять прямо? Забыл гранатами закупиться. Ой, такое тупой. А где же ты? Я забыл, короче, закупиться гранатами и все. А где ты? Я тебя не вижу. Я тебя ищу вообще уже 5 минут, тебя нигде нет. Вот ты ж как хорошо ты спрятался, я тебя даже не вижу. Молодец. Да я знаю то, что ты меня увидел. Я на тебя где-то несколько секунд смотрел. По угарчику чисто. А куда это ты? А где ты? Ты где-то рядом. Найдёшь ты меня, не надо тут... Не надо тут меня... Не надо тут, это как это сказать-то? Какать? Придумывать. Не надо тут какать. Да! Скотч. Скотч. Блин, были бы у меня гранатки сейчас. Было бы вообще обалденно. Но я их забыл опять закупиться. Ебай, у тебя просто 1000 гранат обваливаю. Сколько у тебя еще гранат? У меня 0 уже. Ох, блин, ты... Обжег двух игроков я. Ну и в общем, дорогие друзья, всем что всем? Пока. Да, всем пока-пока.